вот это жизнь в Одессе. Ибица. Посмотрите, сколько людей. Гавайи. Идем гулять. Гавайи. Водные аттракционы. Пошлите. Покажем, как живет Одесса. Итак, номера здесь. А? Аквапарки есть. Да, сейчас. Номера здесь стоят в отеле. Стандарт 3500. Семейный 5000. Ну посмотрите, как сколько здесь людей. На троих где-то 1500, 1700 стоит аквапарк. Вот такие вот игровые заведения. Лунапарк, аквапарк. Два зоопарка в Одессе. Показываю. Отключают свет, но все равно здесь все на генераторах, даже незаметны эти проблемы со светом. Вот здесь. На этом аттракционе в том году катались, но я просто обалдел от него. Я был в шоке. Комната страха, конечно же. Магазины, бары, рестораны, аттракционы, аквапарки. Все вам может предоставить Одесса. Гуляет Одесса. Сейчас будем показывать рестораны. Вот такие вот игрушки. Борьба. Стрельба. А теперь самое романтичное место в Аркадии. Ресторан. И автомобиль, который все, конечно, знают. Который уже тут стоит как памятник. Где автомобили? Вот такой ресторан и автомобиль Чайка, который является символом этого ресторана. Все, конечно же, его знают. Давайте заглянем, что внутри там. А внутри тут еще ничего даже. Вот посмотрите, сколько места сзади. А кабриолет? Нет. Кабриолет. Можно там и лечь. Класс, да? Уже двигаемся к выходу к арке, где вход Аркадию. Самое ходовое место, это здесь Хинкальная, да? Угу. Грузинский ресторан, который забит постоянно с утра и до вечера. Работает с 11 часов утра. Ну, любая позиция в меню очень вкусно. Мы там обедаем. Тяжело найти себе пустой стол, да? Угу. Побыстрее его надо занять. Вот Одесса. Да. Одесса. Вот и сама вход в Аркадию. Мы выходим. Нам надо кое-что прикупиться. И будем дальше возвращаться отдыхать уже в номер Портофино. И вот. Что это? Гагарин Плаза. Это отель и торговый центр. Который все знают. Все. Это было 27.06.2024 год.